Добрый день. А вы знаете, что это тротуар? Да, знаю. Сдайте, пожалуйста, назад, по нему нельзя ездить. Доброе утро. Что там? Вы на тротуаре находитесь. В курсе? Вы бы не могли сдать назад? Убери-ка. Убери на себя. Он не уберет, правильно. Вот это что такое для меня? Ты меня зачем вырубил? Не, я понял. Ты гражданин Российской Федерации. Я просто против. Сюрприз, мы выкладываем всех нарушителей. Ты что, что ли? Меня, что ли, выкладывать в интернете? Это ты, люди на рекламу продаешь? Или мы что, клоуны, что ли? Вот это если еще вот это выложишь, я тебя в следующий раз клянусь, смотри. Я тебе говорю, я тебе за свои слова отвечаю. Еще раз меня выложишь, не угрожаешь и просишь, чтобы я выключил камеру. Я тебе говорю, чтобы не выкладывай. Зачем ты едешь по тротуару? Я тебе приехал сейчас предупредить. Идет, я блядь. Стою, мне все комментарии люди говорят. Назад, я тебе говорю, услышал? Все, если не дай бог, мое видео будет в интернете, увидите, что с вами будет. Я не буду по одному вас ловить, я здесь прямо всем готов. Смотрю, снимаю тоже. А да вы что снимаете? Клоунов, клоунов увидели. Обели будет. А? Обели будет. Давай, хочешь, я еще фигуру тебе покажу. Показать? У меня сексуальная жопа. У меня сексуальная жопа. Молодой человек, со мной поговори. Вы знаете, что это тротуар? А? На заправочку, ну вот же дорога. Движение стоп-хам. Вы, наверное, перепутали, но это тротуар. Он для людей, по нему нельзя ездить на таких красивых машинах. Я знаю. Тем более таким красивым девушкам. Сдайте назад, пожалуйста. Вот я сдаю. Что? Сможете, я в вас верю. Вот вы когда учились на права, вас учили сдавать задом. Да правда, я не смогу. Сможете. Ребята. Попробуйте потихонечку, но сдадите. Зато не будете ездить больше. Мы вас не пропустим, честно. Почему? Ну потому что вот. Че, у мужчины что ли или нет? И... Женщина вообще уступает. Ха, ну понятно. Разные обстоятельства, вы понимаете, я бы не поехала. Парень нормальный, стоят такие мужики клевые. Ну. И не могут пропустить девчонок. Ну, парень. Вот так. Может, человек за вас бегает по снегу. Сдайте назад еще раз, мой дорогой. Я не смогу сдать, я не умею. Да сможете, сможете, сможете. Если вы не сдадите назад, мы вам наклеим наклеечку. Сейчас пошли мужчины. Вы снимаете меня, вы имеете право еще снимать? Имеем. У вас есть на это право? Мы, у нас множество прав на это. Во-первых, это общественное место. И в общественном месте мы можем снимать все, что угодно. А то, что вы заехали сюда на машине, как бы это ваша проблема. Нормально. Что ли, маленький у вас там? Или что, вы такие недовольны, да, жизнью? Да, наверное, да. Да ну бабы не дают нормально. Да. Чтобы такие ставить. Одни парни, одни парни. Были бы бабы, так ебали бы бабы, то стоят. Вот что действительно. Маленький никто не дает, поэтому. О, да? Ну что ж вот так. Да, поэтому вот сразу видно, нормальный мужик. Если судить по Фрейду, то это у вас такие проблемы, а не у меня. У меня? Неужели тебе тебе нравится, когда тебя нахуй проклинают как-то? Да, мне нравится. А вы же не можете сдавать назад, как вы поехали? Да. Да. Ты собак,
улица, куда едешь, куда ты едешь, куда ты едешь, ты по тротуару такая наглая. Что? Тебе выйти баллоны проколоть. Я тебе? Зачем? Давай проколи тебе баллоны. Че, езжай назад, давай, езжай, сука, еб***. Уважаемые, дорогие, любимые женщины, хотим поздравить вас с прошедшим Международным женским днем. Будьте любимы, красивы, желанны. Вдохновляйте мужчин на новые подвиги. Если даже вы попали в неловкую ситуацию, помните, что вы прежде всего милые и нежные создания.